Здравствуйте, друзья! Такое незапланированное видео с гипиаструмом. Даже как бы комментировать, не знаю, что комментировать, просто покажу. Смотрите. Это похоже на зеленый лист. Это явно не корень. Корень тут рядом находится. Я просто не понимаю, что происходит. Я буду доставать, смотреть. Что-то, ну, менять, может быть. Это луковка. Выросла еще одна луковка. Ужас какой. Я ее также сейчас посажу рядом. Вот, видите, я ее за хвостик держу. Вот она. Тут больше нигде луковок нет. Вроде нигде больше нету. Сажаю обратно в стаканчик, в этот же. И присыпаю грунтом тем же, который был. Рыхлая земля, тут керамзит, коринка вон одна, цеолит. В общем, я в шоке, если честно. Хорошо, я решила осмотреть. Он тут в таком стаканчике непрозрачном стоит. Я решила посмотреть, как там корневая развивается. Вдруг тесный стаканчик, там, может быть, корням некуда расти. И вот такой вот привет, листик. Это как с хвоей, помните, которую я летом пересаживала резко из-за того, что у нее там отросток пошел тоже в стакан внутрь. Но, честно, я, ну, с гипиаструмом-то и не сталкивалась. И даже не ожидала, что может вот так вот луковка вырасти вовнутрь как-то. Это же была просто луковица. Вот это вот одна луковица была. Маленькая. Из нее выросли листья вот эти вот. Я не знала, что от корня может пойти еще луковица. Она, оказывается, может. Вот видите, теперь их тут две. Надо дать им время на адаптацию. Стоят они у меня под подсветкой. Это горшочек из-под орхидеи с дырочками. А тут вот второе кашпо такое, там на дне водичка. Чтобы вот не было недостатка влаги. Ну, собственно, вот, вот и все. Быстро-быстро, за 2 минуты. Да, вот такой нежданчик. Иногда полезно внимательно осматривать свои цветы, не только орхидеи. Красота. Наверное, вот эти листики позеленеют, вот эти вот ушки, лопоушки, и начнут тянуться к свету. Да будет так. И когда-нибудь, может быть, если у меня хватит терпения, то я увижу цветение этой луковки. Здесь вот, кстати, такие ячеистые листья, их, ну, наверное, не будет здесь видно, на просвет, как будто ячейки, соты такие, темненькие прожилочки внутри есть. В общем, не знаю, особенность это болезнь или что, или просто это обычное дело, но так он выглядит. Спасибо большое за внимание. У кого есть гипиаструмы, обязательно делитесь опытом, потому что, я говорю, я опыт имею только созерцание, когда у моей бабушки луковки на зиму убирались под кровать, а потом весной они цвели такими красными граммофонами, очень красивыми, алыми такими. Вот. Всем заранее спасибо. До скорых встреч!